Когда-то здесь была армейская казарма. Теперь на этом месте расположилось сообщество «Камбиум». 60 человек приехали сюда, в Феринг, недалеко от Граца. И, тестируя новаторские методы переработки и воспроизводства, устроили настоящую лабораторию в реальной жизни. Поддерживаемая европейским проектом Houseful, ключевая стратегия заключается в укреплении взаимосвязи различных циклических систем. Wenn man jetzt hier reingräbt ein bisschen, dann spürt man schon, dass es in dem Biomeiler, in dem Kompost sehr warm ist. Man kann heute das nicht so gut sehen, weil es sehr warm draußen auch ist und man sieht keinen Dampf aufsteigen. Und diese Hitze wird mittels eines Schlauchsystems abgeführt. Обогреваемая естественной стеной, построенной из местных материалов, теплица имеет решающее значение для очистки так называемой серой воды из туалетов, стиральных и посудомоечных машин. Und somit erhalten wir eine effiziente, ökologisch nachhaltige, sozial verträgliche und zukunftsorientierte Lösung, mit der wir vor Ort Wasser reinigen und wiederverwenden können. Вода используется циклично для полива огорода, удобрение для которого производится мини-биогазовой установкой. В результате выращивается 70 агрокультур, которые идут на стол жителей, а затем, замыкая круг повторного использования, снова утилизируются.